Всем привет, это канал Физикса, и мы продолжаем играть в Doom. И мы остановились на том месте, когда мы... Ну, мы сохранились не в той точке, поэтому мы сохранились... Ну, мы должны были, в общем, идти туда, да? Вот туда. Но давайте это мы сделаем аккуратненько. Как туда аккуратненько спуститься? Вот тут можно аккуратненько спуститься, в принципе, тут броня даже есть. Ага. Так, надо настройки снова исправить, потому что я не понимаю, почему оно все само включается. Я что-то забываю про это все. Вот так сразу. Ага, отлично. Так, мы еще не до конца спустились. Давайте. Вот тут можно спуститься, в принципе. Ага. Опа, боеприпасики. А тут, туда как-то можно попасть, слышь. Блин. Там как раз чип лежит. Неплохо бы взять его. Ладно. Если вдруг получится его достать, то достанем. Так. Что, спрыгнуть, что ли? Давайте спрыгнем. А вот и вы. На, падла. Кто там еще? Ух ты, как прыгаешь, а? Чё, а? Мало, что ли? Давай, разрываем конечности. Каждому. Кто? Кто еще хочет, да? Кому бензопилы? Спасибо. На. Так. Тихо-тихо-тихо. На. Спасибо. Идем. Уничтожать ядро. Блин, я думал, сейчас опять упаду. Не хочу я падать что-то. Давай. Кромсай его. Тихо. Тихо. Давайте поменяем оружие. Что? Какие вы уродливые, а? Я уж не попадаю что-то. Блин, как отсюда слезть? А, вот так. Готов, раз. Куда ты там готовишься, супер удар делать, а? Готов. Всех покромсаем, ну харе уже, а? Достали вы меня уже, а? Вот ты особенно красный. Куда побежал? Ой. Я задел. Мяу. Кто? Мазила я. Ой, тут и ты Мазила. И чё, я? Я сэрис нормально, я не Мазила. Так. Мы уничтожили три гнезда. Демоническая угроза уменьшена на 75%. Очко улучшения оружия. Хорошо. Вот тут боеприпасы у нас есть. Все, погнали, может, да? Сколько у нас бензопилы подали? Три. Нам боеприпасы дают всего три бензопилы. Ну, три, не знаю, я что, как мне назвать, три чего? Там нету особенных таких, каких-то боеприпасов. Что значит три? Три удара мы можем сделать. Три топлива, что ли. Так, это что у нас? Ух ты. Вау, летаем. Офигеть. У нас уже есть синий доступ, поэтому давайте зайдем сюда. А, мы здесь были. Или не были, подожди. Мы здесь были, да. Бочки взрывающиеся. Так, блокировка зоны, надо расчистить все гнезда, да. Где мы не были тогда? А. Где-то мы не были. А где? Вот теперь гадай. Здесь мы были. Бдит или бздит? Он, походу, бздит, а не бдит. Этот совет ваш. Бдит. Бздит вот. Опа. Есть. Кому не досталось-то, а? Мы здесь были? Да, мы здесь были. Ну да. Здесь нам нечего делать. Тут было
гнездо. Ну где это последнее гнездо-то? Что я... Сейчас будем всю серию искать, отлично. Так, там вроде нет прохода, да? Там мы нашли вот это очко улучшения. Ой, не очко улучшения, а вот эту штуку, которая нам дает способность какую-то. Ну, любую, на выбор. То есть там жизни, боеприпасы или броня. Мы выбрали одну жизни и одну броню. Ой, боеприпасы, да. Где же мы не были? Может, еще где-то снизу там есть? Давай спрыгнем. Аккуратненько. Отлично. В принципе, у нас не отнимаются от, от этих прыжков жизни. Опа. Ну, где-то должно быть. Так. Там броня какая-то. Хотя у нас максимально брони. Опа. Тихонько. Залезь. Есть. Боеприпас. Сюда можно как-то прыгнуть вот так. Ты чё? Мешаешь тут, не? Готов. Подстава какая, а? Тихонечко. Ой-ой-ой. Опа! Фух. Пронесло. Так, мы допрыгнем. А! О! Прыгнули. Ну, куда я теперь нам дальше идти-то? Мы тут все рассмотрели внизу. Вроде ничего тут не осталось. Пойдем полетим наверх. Ой, сюда можно забраться? А, кажется, я знаю, где мы не были еще. У меня есть предположение такое. Так, да это иди, а. Контрольная точка. Но мы здесь были уже, да. Боеприпасы взяли. Так, 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 так. Вот туда. В принципе, я не знаю. Здесь мы не были, да. Я сказал, давайте потом сюда придем. Блин, а если мы пойдем, не страшно? Не допрыгнули. Ну и ладно. А! Да! Мы нашли его! Спасибо, чувак. Да. Претрианский жетон. Какая лава тут, а? Творится. Ты вы, боже, посмотрите на этот завод. По изготовлению хрени всякой. А! Что это? Нет, что это? Давай сюда. Есть. Поп-поп-поп-поп. Молодец. Куда дальше? А, вон куда. Ух ты ж. Ой, молодец. Куда дальше? О, во. Ага, теперь сюда. Есть. И мы дошли. Боеприпасы, которые нам не нужны нифига. О, еще один, что ли? Или нет? Подожди. Зачем ты ему руку оторвал? Зачем он ему руку оторвал, и все? Я думал, он не, из него чип вытащит. Взял ему руку, оторвал. Значит, что-то какая-то важная рука, да? Я так понял. Все. Опа! Допрыгнули. Сейчас, наверное, нас будет ожидать еще партия монстров. Но. Они меня уже ждут, да? Может, эту руку куда-то надо использовать все-таки? Сюда? Ой, а ее можно взорвать? В принципе, зачем? Все равно блокировка зоны. Тихо! Блин. Я думаю, сейчас провалюсь, тут батут этот. И куда его использовать, эту руку? Я не знаю. Помогите мне, пожалуйста. Сюда что? Нет. У нас тут есть какой-то отпечаток пальца. Вот где, видите, вот где чипы наши, синий, желтый, теперь у нас есть палец.
отпечаток пальцев. Куда же его использовать, да? Знаю. Все, извините, я тупанул, правильно. Вы что, помните? У нас здесь была такая штука, вот она. И нужно было коснуться. Есть. Понял. Доступ предоставлен. Спасибочки. А куда доступ предоставлен? А, во куда. Во! Утечка газа ликвидирована. Ликвидирована утечка газа? Ну мы молодцы. Нас тут никто не ждет, что ли? Странно. Не охраняет никто ядро. Ну. Ладно. Но все равно придут же эти падлы, а? Кому-то мало, а? Бабах! Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один. Убил. Красный. Он очень жесткий, этот красный. Он стреляется. На-на-на-на. Убил. Ладно, еще один красный. Да что ж такое? Так, ты, фаерболист. Сраный. Пяу. А, еще красный. Ой-ой-ой, ты что махаешься-то, а? Вот так-то. Будешь знать, как махаться. Спасибо, наконец-то. Ура! Мы молодцы. Давай сейчас. Ну что ж такое? Безопасно же уже здесь. Ты что творишь, чувак? Сказали безопасно. Куда вы еще рветесь-то? Все, погнали. И... Бах ты ж, блин. Все. Боеприпасики. Ладно. Внимание! Температура ядра достигла критического уровня. Да? Слушай, а я ни при чем здесь. Ой, что это? Можно взять? Или у нас это есть? Вроде это штурмовая винтовка. Так, ты нам что даешь? Я что-то включил? Да хватит! Ой-ой-ой. Куда бежишь, а? Ой, они как... Прям откуда рвутся. Ба-ба-ба-бах. Что такое, а? Сколько вас тут много, а? Чё, блин, рвутся, а? Ты чё, у меня простреливать должно? Ты чё творишь-то, а? Да умри, а? Ты ж какой твердый, а? Ух, куда ты прыгаешь, а? А-а-а! Вот так тебе, падла. Прыгнул, блин, ко мне, а? На. Все, успокоились. Опа, можно сюда прыгнуть? Спасибо. Кто? Кто еще? Сколько же вас тут много, а? Когда вы закончитесь, мать твою, а? Еще один целится уже, а? Будешь знать, как целится. А ты чё встал, а? Ёб твою мать, а? Иди сюда, падла. Куда бежишь, а? Боишься меня, да? Правильно. Будешь знать. Остальные. На. Да хоре, вы чё творите? Я тут крутой самый. Еще один большой. Давай, бензопилы. А, нет боеприпасов, чёрт! Ай! Блин. Меня преследует. Где он? Не, это не ты. Вот он. Да как? Какого хрена у меня стоит? Шквальный огонь, а? Ну ладно, пусть будет шквальный огонь. Я вообще-то хотел микрогранату. Да что ж такое, а? Я не знаю, какое оружие уже выбрать. Давай, одного. Есть первый, второй. Готовься к смерти. Молодец, хороший песик. Так, давайте быстренько поменяем сейчас. Не хочу это шквальный огонь. Мне больше нравится микрограната. Ага, все, спасибо.
Ага, отлично. Давайте испробуем микрогранату. Очко улучшения оружия у нас есть. Температура ядра стабилизирована. О, мы молодцы. Мы стабилизировали голосовое сообщение. И следующий сигнал. Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия. Оливия? Да, ох уж эта сучка. Давай сюда, чип. Спасибо. Я польщен. Открывайте дверьки. Ага. Что тут у нас? О, привет, сучка. Авторизация. Оливия Пирс. Альфа-4-0-2. Ты что творишь-то, а? Ты это когда сдохнешь? Хайден, она заблокировала меня. Падла, а? Это настоящая, надеюсь? Она пытается открыть портал между мирами. Зачем? И нашим. Ах ты, падла. Я ж тебя убью. Ты вот что творишь? Стреляй, блин! Чё мы смотрим, блин? Давай, стреляй! Стекло надо сломать. Она открывает мы портал перед нами. Не могли их спасти. Старуха. Ты вот что творишь, а? Зачем это делаешь? Ты смерти хочешь своей? Почему нельзя было сломать это стекло долбанное? Блин, ничего не видно. Появились эти падлы. Умирай! Чё встал? Какой живучий, а? Всё, что ли? Голосовое сообщение. Система не даст отменить операцию никому, кроме Оливии. Придется отключать аргент-башню вручную с поверхности. Чё, на поверхность надо, да? А как на поверхность? Нас заблокировали, чувак. Как мне выбраться? А, вот, дверька есть. Отлично, блин, а? Куда эта козлина убежала? Мы ее сейчас догоним. Оу. Ну, мы почти нашли все элитные стражи. Ни одного секрета. Исследования плохо. Ну, а так-то мы молодцы. А у нас много уже этих улучшений для оружия, поэтому надо улучшать. Надо улучшать. Как раз сейчас загрузится, и мы улучшим что-нибудь. Не знаю что, но там же они улучшаются, вот эти штуки всякие, дрюки. Посмотрим. Может, улучшим микрогранату. Ты загрузишь, да? Я в тебя верю. Так, давайте. Оливия Пирс, лидер культа ОАК, пытается открыть проход в демоническое измерение. Передана Аду и хочет уничтожить этот мир. Оливия вызвала Агринбашню на определенную мощность, чтобы с ее помощью проделать проход в ад и вступить в войско преисподней. Вы должны отключить агент башню, прежде чем это случится. Выведите из строя энергофильтры, расположенные в комплексе на поверхности. Агент комплекс у нас. Мы в агент комплексе будем сейчас бегать. Хорошо, будем уничтожать все, что сможем. Включайся. Включайся, то есть. Начало конца. Да, начало конца. Начало конца света. Демонический апокалипсис. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Хорошо. Карта обновлена. Отключить агент башни. Хорошо, отключим. Для начала мы прокачаем что-нибудь. Микрогранату. У нас 3 штуки эти, да? Кушение черепов. Пуля наносит дополнительный урон, превысив голову. Нет, я голову не буду. Увеличить радиус взрыва. Вот это хорошо. Радиус взрыва увеличивать. Так. Для тебя что-нибудь есть? Быстрое восстановление. Это потом. Так. Вот,
А, проход завершён, да. Тогда все нормально. Ой, как тут все синее. Пушечка. Прорывы иного измерения – частое явление. Привет. За пределами базы. Так а ты что такой высокий, а? Охренел? Опа. Открыть сюз. Мы на поверхность, да, вышли? Да. Ого! Сколько тут всего? Чё это? Вот это врата в ад, да? Ладно, давайте спасать мир от демонов. Как туда добраться-то, а? А, вон. Где? Ой. Не. Я не хочу сюда. А мы перепрыгнем? Куда? Давайте. Пускайте меня. Куда-нибудь уже. Теперь сюда можно. Давай сюда. Опа. Ага. Броняшка, которая нам не нужна. Опа. Забрались. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Выше. Куда дальше? Сюда? Сюда. Ага. Теперь нужно прыгнуть сюда. Есть, молодцы. Тут ничего нету. Прыжок. Есть. Ух ты, там что-то красивенькое такое. Давайте, подождите, я хотел еще чему-нибудь улучшить. Сканер местности. Эффективность усиления. Так, это не надо. Ловкость. Хорошо, ловкость прокачаем. Ловкость нам нужна. Хорошо. Все, прокачали ловкость. Так, а ты что делаешь? Да что такое? Руническое испытание. Убейте из боевого дробовика 15 импов за отведенное время. Количество 15, время 10, бонус убийства плюс 2 секунды, зверское убийство плюс 4 секунды. Дробовик. Испытание. Ну давайте попробуем испытание проделать это. Я не знаю. Сейчас узнаем, что это. Пылесос. Убейте из боевого дробовика 15 импов за отведенное время. Хорошо. Я постараюсь. Сделаю все, что смогу. И нужно использовать только дробовик. И надо убить 15 импов за маленькое время. В принципе, попробуем. Мы все равно ничего не потеряем же, да? Готовы. Готовы к свершению. Время 10 секунд. Офигеть. 3, 2, 1. Погнали! Раз, два, давай, сдох, падла. Ох ты ж. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мало времени до 600. Еще. Офигеть, 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 офигеть. Увеличивается время, когда мы убиваем их. Опа-опа. Давай-давай, иди ко мне. Быстро все. Есть! Молодцы мы. Пылесос увеличивает радиус поглощения вами выпавших предметов. Хорошо, спасибо. Мы прошли испытания, мы молодцы. Что нас ожидает дальше? На каждом здании есть секрет, открывающий карту из классического дум, найдя секрет, что там, если у вас есть голова, значит есть уязвимое место. Хм. Интересно, что подсказочка такая. Есть голова, есть уязвимое место. Давайте возвращаемся в нашу игру. Не знаю, но пока мы, может быть, будем проходить челленджи вот эти. Если уже не будет получаться, ну, мне кажется, такое будет. То есть все сложнее и сложнее с каждым разом. Достижение ключей активается режим разбочка. Да, мне пофиг уже. Хорошо. Верни меня. Спасибо. Так, что-то... Ты что делаешь, а? Так, руны. На вкладе руны можете посмотреть другие руны, использовать их там же, можете посмотреть прогресс, улучшение рун, требования... руны не используются. Закрытая ячейка. Ага, вот они все руны, которые мы должны найти. Мы нашли одну руну. Все, понятно. Пылесос.
Мы пылесос теперь. Не знаю, что это значит, что я уже чуть не понял. Ну, мы прочитали с вами. Вы, наверное, поняли, я не понял. Ладно. Надеюсь, что в дальнейшем поймем. Просто хорошая ачивочка такая. Что-то... Опа. Запись кодекса. Теория. Вот это, да? Так, остальное у нас недоступно. Понятно. Мы, наверное, другие планшеты пропустили с вами. Слушай, а тут есть какие-то секреты? Просто мне тут как-то кажется, что тут что-то еще есть. Реально, такое ощущение. Вот это что за место? Ничего нету, что ли? Как-то странно, странно. Зачем этот выступ тогда сделали? Для красоты? Ну ладно. Так уж и быть, пусть будет для красоты. Ага. Чуваки, бедные. Ну-ка, что у тебя? Что это? Вау! Ракетомет! Да, мы жесткие с вами. 5 боеприпасов. Маловато. Это что? Ракетомет. Ха. Сейчас будем все взрывать вокруг. Так. Опа! Ребят, бах! Бах! Весело? Нет, это не то. Вот это подойдет. Ах ты, падла, а? Ненавижу тебя. Да нет, нет, нет! Вот так-то лучше. Давай, помогай уже. На. Уничтожайся, а? Ой, ты тварь вообще! Ах вы, тварь, уже жизни мои тратите, а? На. Это тебе. Ой-ой-ой-ой-ой, как вы жестко нападать уже. Бабах! Уйди! Тебя тут никто не звал. Спасибо. Еще один, а? Есть. На. Куда готовишься, а? Блин, боеприпасы. Уйди! Блин, промазал, а? Уйди, а? Мешаешься. Мне надо вот эту дядюку уничтожить. На! Да как? Что такое, а? Какой зверь? Умри уже, а? Бессмертный хрень. Все? Наконец-то. Блин, они вообще стали очень жесткими. С каждым разом все жестче и жестче. Это ж капец. Так, сунулся ракетомет. Все, закончить боеприпасы. Отлично. Класс просто. О! Куда? Стой! Ускакал. Ах ты, падла. Забыл меня совсем. Шт, ребята! На! Блин, не взорвались, а? Хотя тут никого нету. Уйди. Бах. Бах. Давай тут пилы. Да шо ж такое, а? Хорошо, шо штурмовой винтовки тогда. Да. Что я вообще про нее забыл. Ага. Блин, блин, блин. Совсем плохо с жизнями все. Бабах. Бабах. Кто там? Что ты бегаешь за мной, а? На, мужчина. О, броня, броня. Спасибо. Ракеты взял? Да, ракеты взял. О, 6 что ли штук. Так, мы со всеми тут расправились, потому что сейчас придут еще одни. О, знал как, блин. На, это что такое, а? Дыхай. Ах ты, падла. На, добил. Куда залез? Чёрта. Охаре! Смотри, блин, а. Что такое, а? Да уйди! На! Умри, падла!
бьется за меня, а? Так, остальные что? Вам особое приглашение нужно, что ли, а? Всё. На. Ещё один. Умри, а. На, добью тебя. Добил. Ой. Очко улучшения есть. Кто это говорит, а? Куда нам? Сюда? Давай сюда. Опачки. Ты взрываешься? Взрывайся! Я знаю, что ты взрываешься. О, патрончики. Ой, прости, я забыл добить тебя. Я бензопилу, что ли, взял? Так, опа, еще одна. ОК Вега. Вега — это аббревиатура точного значения, которое не раскрыли ни Хайден, ни ОК. Когда и получил имя, было решено для удобства его следует наделить и личностью. Что? Было решено, что для удобства его следует наделить и личностью. Более значенный пол, мужской возраст 50 лет и шаблоны разговорной речи. Диалог с Вегой успокаивает и довольно приятен. Было проведено слепое исследование с сотрудниками, изучившие информатику, чтобы проверить, пройдет ли Вега тест Тьюринга. Студентам поручили задавать вопросы как Веге через спутниковую связь, так и профессору математики из Массачусетского технологического института, чтобы проверить, смогут ли они отличить человека от компьютера. 92% студентов решили, что в обоих случаях на вопросы отвечает человек. Лишь 8% решили, что Вега компьютер. Понятно. В принципе, хороший компьютер, да. Молодец. Ну да, без погрешности не обойдешь. Все. Что это? Мы лишь временно отключаем башню. Вам временно? Нужно снять каждую линзу отдельно. Осторожно откройте защитный корпус. Осторожно откройте! Молодец, ты просто... Вот ты нарушать производство аргент энергии не обязательно. Уж извините. Мы такие жесткие. Прости, чувак, я не специально. Это он сам захотел. Это все игрок. Не я. Ну, я имею в виду, это все вот этот персонаж. Я нажал просто букву Е. Я думал, он откроет, но он сломал. Он взял и сломал. Так, где эта падла летающая, сука? Которая мне должна... Улучшение. Я точно помню, она куда-то улетела. Вот только куда эта падла улетела? Куда-то вниз, что ли? Куда-то туда улетела. В принципе, вот сюда можно спуститься. Давайте. Э! Ты где, чувак? Дай! Сюда, мое улучшение. Ты куда спрятался? Вот ты где, а! Падла! Ну что ж, давай так. Ракеты. Термоудар. И глушилка. Глушилка, нажав активатор, выпустили электрический заряд, глушающий демонов в радиусе детонации, затем перезарядка. При стрельбе плазменный жив выделяет много тепла, которое можно высвободить в виде мощного залпа. Дистанционный подрыв, нажмите эфир для подрыва любых ракет в полете. А-а-а. О как. Зажмите архиватор призывает, чтобы навести на цель, затем цель будет быстро, в общем, 3 ракеты. Не, это слишком жестко. В принципе, вот это интересно. Микроракеты, зажмите архиватор призывает, чтобы выставить комплектом микроракет. Мне прицела достаточно, кажется. Мне кажется... Давайте термоудар. Я решил. Отлично, спасибо. Мы вот так целимся, да? И это что значит? Пердит он. О, броня. Ладно, я думаю, мы разберемся, когда подойдем к кому-нибудь. Сейчас он просто пердит.
что-то больше ничего нету? Ну хорошо, мы хотя бы нашли этого робота говняного, который улетел. Забыл про нас вообще. Вот он офигел вообще. Я просто офигеваю, что они творят, да? Так. Обнаружен прорыв демонов. Вау. Вы чё? Ну-ка. О, вон оно как работает. То есть надо, чтобы кто-то был тут рядом, да? Бань! Да что ж ты будешь делать, а? Да вы чё, а? Да хватит, а? Вот чё творите, а? На! Будешь знать, как всем щитом ходить. О! Ядро. Поклоняйтесь, да? Мне должны поклоняться, а не этому странному ядру, а? Так. Все, ушли. Я вас не звал. Готов. Ух ты. Попрыгушка. Прыгай. Что это? Ускорение? Нахуй мне ускорение? Ну ладно. Так, патрончики. Ой-ой-ой-ой-ой! На! Давай его оглушим сейчас. Ну иди сюда. Оглушило, да? Хуй знать. Вы остальные. На, классная глушилка. Они реально глушают. Все, буду ходить оглушать вас, понятно? Особенно больших. На. Ой, блин, у нас не осталось без запаса. Опа. Так, кто тут остался еще? О, сталинский круг. Вон он, да? На, красиво. Со взрывом. Куда? На. Красиво. Бегает он тут. Разбежался. Еще один, а? Вот. Я думаю, что тебя забыл, да? Нет. Все? Все? О! Бензопила полная. Класс. О, еще попрыгушка. Вау. Ладно. Зачем мне это пишет комплексация удара? А? Нафига? Так. Сколько у нас ракет? 12? Круто. Не ожидал. Так. На тебя не буду тратить много патронов. Просто убью и все. Так, надо достать дробовик. Опа! Вон еще одно ядро. Так, тут у нас что? Тут можно залезть, что ли? Прикинь, можно. Опачки. Сундучок. Груз доставлен. ОАК не берет на себя ответственность за любые последствия и урон, полученные за защищающее обращение с боеприпасами. Ну, ладно. Какой-то секретик, что ли, тут? Куда? Бабах. Что тут происходит у вас? Ну-ка. Опачки, а! Бабах! Бах! Бах! Умрите все! Сколько же у вас тут, а? На! Куда я зашел вообще, а? Ребят. Да ты что? На. Ну, бешеные, а. Как вы меня задолбали своим щитом, а. Так, патронов у нас достаточно. Глушилка! На. Готов. Так. Очко улучшения. Есть. Стой. Чувак. Есть вот это. Хочу. Наконец-то. Спасибо, чувак. Вот это то, что нужно. Будем взрывать ракеты в нужное место. Ну,
нужное время. Это очень-очень удобно. Здоровушка, которая ни хрена не работушка. Опа. А вот и ядро. Я нашел тебя, ядро. На. Да, получается. Бах. Все? Всех? Давай. Уничтожаем ядро. Бах. А вот и вы. На-на-на. И ты еще, да? Я тебя с бензопилой. Так, быстрее. Так, а ты что прыгаешь, а? На. Бензопила. Что? Что значит недостаточно? Да ёб твою мать, а? Что хрен? Что? Что тут недостаточности, блин? Надо мне тут ваш недостаточность. Слышь? Подыхай. Бах. Бах. Жичка. Есть. Блин, тут много всего. Все, мы всех покромсали. Тут что? Ой, робот, привет. Что это за место? Опа. Нет, это не ты. Я думал, это вот эта штука, где глаз такой. Ну, где око Саурона лежит. О, еще одно испытание нашел. А ну как-то... Как туда попасть-то, а? Блин. Не открываешься? Что-то какое-то красное. Куда попасть? Ну-ка, запрыгнешь? О, молодец. Там еще тут есть. Все, больше ничего. Испытания только. Давай попробуем испытания. Количество 30. Время. Уничтожьте пистолет 30 бочек за отведенное время. Давайте попробуем, а потом уже закончим тогда на этом. Вот такое последнее испытание. Под кайфом и в смятении. Уничтожьте из пистолета 30 бочек за отведенное время. Хорошо. Попробуем. Нам не будет прибавлять время за то, что мы взрываем бочки. Они взрываются там или что, я не знаю. Посмотрим сейчас. Так, количество. Начать. 3. Вон они вроде, это они. Да. 3. Так. Ой-ой-ой. Тут много. Так. Тихо-тихо, ой-ой-ой-ой, как тяжело, а. Прыгай. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Тяжело. Вон еще одна. Где еще? Вон, блин, они еще где. Подсказочки. Есть! Мы молодцы. Но было тяжело. Вот это уже было тяжелее, реально. Они там разбросаны, просто было жестко. Фух. Фух. В принципе, ну скоро сейчас закончим тогда. Сейчас загрузится. И до конца проверим эту территорию, куда мы зашли. Надо все-таки все сделать. Мы ж молодцы такие. Мы прошли два испытания. А эти испытания нам дают какие-то способности. Сейчас мы узнаем, что за способность нам дали. Давай, выгружайся. Я в тебя верю, чувак. Давай. 84, 85, 86. Все, уже почти загрузился. Берсекер, да, мы это уже видели, Берсекер. Тоже, наверное... Да, тут столько всего интересных штучек, дрючек. Конечно, это вам все надо очень сильно разбираться. Каждый раз под кайфом и смятением. Вот это? Ты чё? Так, мы тут... были. Так, это у нас очки улучшения. А, термоудар. Выстрелы из плазменного оружия генерируют тепло гораздо быстрее. Ой, вот это хорошо. Будь быстрее. Так.
При удаленной дистанции разве взрыва ракеты увеличится? О, вот это хорошо тоже. Все, отлично. То, что нужно, мы прокачали. Ой-ой-ой, куда ты упал? Блин, я выберусь отсюда. Все, фух, я уж испугался. Так, какую нам способность? Я так не понял, какую способность нам дали. Ой, тут столько всего. Что карта очень полезна. Реально. Вот тут у нас чипы валяются. Тут испытания. Короче, мы сейчас пойдем сюда. Вот так. Выйдем сюда и найдем чип. Ага. Идем сюда. Ой-ой-ой, тихо. О, еще один. Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Да? А мне пофиг. Да? Так, а ты чё встал, а? Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Нет. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Жаль. Но ты сам напросился, чувак. Так. Куда там надо идти дальше? Все, я этой картой буду пользоваться. Так, сюда. Мы выйдем потом сюда, да? Все, отвисло, да. Так, куда-то... Стоп, куда? Что-то как-то... Ой, мы его прошли, что ли? Мы не сюда идем. Тут, короче, должен быть какой-то проход. Даже не его зайти. Во, сюда. Опа. Вот он. Вот он, да. А, мы вроде здесь были. Наверное, пропустили, да? А, это вот это, что ли? А, мы тогда здесь были. Я думал, тут чип находится. Тут хрен поймешь, какие значки тут означают, что. Так, элитная стража. А, вот оно как означается. Так, где может быть элитная стража? Я не вижу. А, он не показывает, что ли? Ну ты падла вообще. Он мне не показывает. Тут есть робот где-то. Этот игрушечный. Ну до него далеко идти. Давайте сходим. Быстренько проведаем. Ой-ой-ой-ой! Там что, наверх надо, что ли? Хрен его знает. Непонятно. Может, где-то в этом здании, только где-то сверху надо посмотреть сейчас. Мы тут были. Или не были. А, не, мы тут были. Где-то сверху. А. Вот прям над этой штукой. Как туда залезть? А, во как. Точняк. Опа. Опа. Залезай. Ты чё застрял? Блин, я уж испугался. Так, вот эта дверь, что она делает? Опа. Хорошее местечко. Спасибо. Так. Это закрыто. Это оружие. Но у нас, походу, дофига боеприпасов, да? 20. Так, 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 так. Вот это для бензопилы, да? Ну, у нас их полно. Так, куда нам дальше-то? Подожди, мы пропустили, что ли, его? А, вон он где. Он где-то сзади должен быть. Да шо ж... Непонятно, какая-то хрень происходит. И где? Где-то здесь. Ты не открываешься, молчи вообще. Как этому роботу попасть-то, а? Вот тут забраться. Опа. О! Да. Привет. Белый.
понятно теперь. То есть, с помощью этой карты мы можем находить вот этих дурачков. Белое — это то, что мы не видели, да? Ага. Ну, в принципе, все понятно. У нас было, было сохранение. Тут вообще можно самим сохраняться? Походу, нельзя. Ну, блин, я думаю, что мы не... Блин, я не видел сохранения сейчас. Ладно. Тогда на этом мы закончим. Он как-то подлетает высоко, мне кажется. Опа. Опа. А, не, уже нормально. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. О, еще один сундучок, смотри-ка. Открывайся. Ты откроешься? Как тебе открыть? Ну да, да, открывай, открывай. Чё ты стал-то? Хрень какая-то. Опа. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК. Там вы можете предлагать свои игры для прохождения. Ну а на этом пока что все. Увидимся завтра. Пока.